Всем привет, меня зовут Андрей, я с города Петрозаводска, с улицы Куковка. Я приехал сюда, потому что я хорошо занимаюсь йо-йо. Я приехал сюда еще много с кем познакомиться. Я уже познакомился с Савой. Мы с ним оба охрипли, и нам прикольно. Все, до свидания, спасибо. Всем здравствуйте, меня зовут Сава. Я приехал из города Петрозаводска. Я живу на улице Гуковка. Я тут познакомился с многими ребятами. Его зовут Андрей. Это один ребенок. Он научил меня играть в йо-йо. Я уже научился делать трюк-бантик. Бинт. Вообще здесь прикольно. Но так же вот так. Но дела у нас это нормально. Вот, ну ладно, у меня голос пропал, но это круто. Но мне немного неприятно, что я такой. Вот так же, давайте, до свидания. Всем привет, меня зовут Лиза, моя фамилия Игнатенко. Я учусь и живу в Пряже, в Пряжинской средней образовательной школе. Перешла 8 класс, мне сейчас очень смешно. Я хожу в музыкальную школу, в детскую фольклорную студию Пили, занимаясь народными танцами и песнями. Ну, в лагере мне очень нравится, потому что здесь очень много хороших людей. Что еще? Я еще занимаюсь бисером, делаю различные поделки из бисера. Ну все, в принципе. Всем привет, меня зовут Юля, моя фамилия Иванова. Я перешла в 7 класс. Мне тут очень нравится. Тут весело, программа меня тоже устраивает. Иногда, конечно, хочется домой. Скучаю по маме. Все. Здравствуйте, меня зовут Оля Капранова. Я живу в городе Петрозаводске, перешла в 7 класс. Занимаюсь в детской музыкально-хоровой школе. Мне нравится плести из бисера, вышивать, вязать, и также я люблю рисовать. Мне здесь очень нравится, очень много интересных и веселых занятий. Всем спасибо за внимание. Всем привет, меня зовут Полина, я живу в городе Петрозаводске, учусь в гимназии номер 17, и сейчас я перехожу в 6 класс. Также я занимаюсь в музыкальной школе. Мне очень нравится играть на пианино, плавать, играть в теннис, бадминтон, волейбол. Также я люблю читать книги. Мне очень нравится в этом лагере, и мне нравится здесь программа, В общем, мне нравится здесь все. Спасибо за внимание. Привет! Привет! Меня зовут Настя. Меня зовут Даша. Говори. Мы из Карелии. Мы обе занимаемся танцами. Я люблю снимать, фотографировать. А я люблю петь. Пока! Пока! Здравствуйте, меня зовут Паша Стапиев. Я из города Ланца. Я занимаюсь в художественной школе и хожу в музыкальную школу. И когда я приехал в этот лагерь, я встретил тут несколько знакомых людей. И мне тут очень нравится. И мы с друзьями ходим играть в футбол, в волейбол и в теннис. Мне очень нравятся здешние экскурсии по Гданьску и другие города. Привет, я Коля, я из города Петрозаводска. Я люблю рисовать и играть в всякие спортивные игры. Мне нравится этот лагерь, потому что здесь много чего интересного. Спасибо. Привет всем, меня зовут Кирилл, я из города Кондопоги. Я увлекаюсь туризмом и катаюсь на горных лыжах. Всем до свидания. Привет всем, меня зовут Арина, я учусь в 42-й школе и живу в городе Петрозаводске. Я хожу в детскую художественную школу, и в этом лагере мне очень нравится, но погода все испортила. Спасибо за внимание, пока. Привет, Польша, меня зовут Ира, и я живу и учусь в городе Петрозаводске. А я люблю пробовать всякое новое, увлекаться различными вещами, и больше всего мне нравится путешествовать и общаться с различными людьми из разных стран. А
Так же я рада, что я приехала в Польшу, попала в этот лагерь и познакомилась с девочкой из моей школы, школа номер 42, с Ариной. Спасибо, пока. Привет, меня зовут Даша, я живу в городе Петрозаводске, учусь в 27-й школе, люблю фотографировать, путешествовать, очень рада, что попала в этот лагерь. Всем хороших каникул, пока. Всем привет, меня зовут Саша Бороденко, я из города Петрозаводска. Я учусь в 46-й школе, также я занимаюсь музыкой в музыкально-хоровой школе. Я очень люблю путешествовать, узнавать что-то новое. Еще очень люблю играть в волейбол. Я очень рада, что попала в этот лагерь и познакомилась с многими хорошими людьми. Спасибо. Всем привет, меня зовут Лиза Волынец, я живу и учусь в городе Питкяранта. Учусь я в средней школе номер 1, увлекаюсь очень танцами, занимаюсь в театре балета «Радуга». Еще очень люблю шить игрушки и ткать половики. Очень люблю также путешествовать. Я очень рада, что попала в этот лагерь и нашла новых друзей. Всем хороших каникул, пока. Здравствуйте всем, меня зовут Ира, я учусь в МОУСОШ номер 1 в городе Петрозаводске. Я увлекаюсь музыкой, танцую, люблю очень петь. Я сюда попала, потому что я выступала во многих конкурсах музыкальных, и мне здесь очень нравится. Спасибо за внимание, до свидания. Здравствуйте, я Павел Манин из города Петрозаводска. Поехал в эту командировку, потому что захотелось иметь английскую практику, вот, увлекаюсь английским языком, его изучением, вот, и также культурой малых народов, таких как карелы, вепсы, ну и польские кашумы. Спасибо, до свидания.